Дезинфекцию проводят и в общественном транспорте Павлодара. Моя коллега Вероника Вишневская продолжит. Мы находимся на одной из конечных остановок трамваев Павлодара. Этот вагон собирается выезжать на линию и прямо сейчас проходит специальную дезинфекцию. Кондуктор трамвая обрабатывает специальным раствором все поручни, спинки сидений и подоконники. Дезинфекцию вагонов начали с пятницы 13-го. Обрабатывают после окончания каждого круга, а после завершения смены вагонов ждет основная обработка. Медицинский кабинет нам готовит заранее раствор дисхлора 10%. Мойщики вагонов в ночное время, мойка начинается с 19 часов вечера. Изначально обработка производится твердых поверхностей, то есть это вот поручни, это спинки сидений, это песочницы, это кондуиты, это значит, подоконники, частично протираются стекла. И затем происходит половое покрытие, обработка полового покрытия. Кроме этого, на каждой конечной остановке вагон также обрабатывают. Перед началом рабочего дня всем сотрудникам перед выездом на линию выдаются перчатки, ветошь и специальный раствор. Салоны городских автобусов также обрабатывают несколько раз в день. Ежедневно на дороге Павлодара выезжают порядка 60-80 автобусов. Обработку проводят специальным раствором на каждой конечной остановке и после окончания смены. На конечных остановках примерно через каждые 2 часа водители самостоятельно проводят дезинфекцию салона. Также проводится инструктаж с персоналом, с водителями, с кондукторами, об применении средств индивидуальной защиты. Дезинфекцию будут проводить до тех пор, пока это будет необходимо, говорят перевозчики. Таким образом, павлодарские предприятия намерены обезопасить своих пассажиров и предотвратить распространение нового вируса. Вероника Вишневская, Даулет Кушкербаев, Ертес Ахпарат.